настоящий кот говорящий. Как на пианино играть песню в гостях у сказки? Если вы не очень боитесь Кощея. Если вы не очень боитесь Кощея. Вот как это играть. Пронумеруйте себе цифры. Если вы... Это будет 3, 6 и 1 верхний с палочкой наверху. Если вы... Дальше играем не очень. Не очень. 3 верхние, 2, 2 верхние. 3, не очень. Боитесь Кощея. Боитесь. Это вы играете 1 верхние. 7, 3 верхние. Раз, вот так и верхние, видите? Прыг, и все тут. Кощея. 2 верхние, 3 верхние, 6. Никакого Кощея, ничего не боимся. Или Бармалея, и Бабу-Ягу. Чтобы сыграть «или», нажимаем 3, 6. Или Бармалея. А Бармалея как? Бармалея. 1 верхнее, 3 верхнее, 2 верхнее, 2 верхнее. Видите, здесь авторы показывают, что Бармалей живет в какой-то, видите, пещере. Бармалея. Вот тут он. Он Бармалей, да он еще с Бабой-Ягой, потому что их 2. И Бабу-Ягу. Бармалей живет в пещере, а Баба-Яга не в пещере. Поэтому смотрите, как играется. И Бабу-Ягу. Мы все ноты вокруг этой пещеры, а туда не влазим. Бабу и Ба. У нас получается 1 верхний, 7. Бу-Ягу. 3 верхние, 4 верхние, 3. И Ба-Бу-Ягу. Приходите в гости к нам посмелее. Приходите. Это 6 верхние, 5 верхние, 4 верхние, 3 верхние. 4 ноты подряд. Приходите в гости. В гости. Ой, куда в гости-то? Чтобы сыграть в гости от шестерки, мы вот в эту пещеру. 2. 6 верхние, 2 верхние. В гости. В гости. Еще раз зовут в гости к нам посмелее. Чтобы сыграть 2 верхние, 1 еще самое верхнее с двумя полосочками. Посмелее. Это у нас было 2, 1 самое верхнее, 7 верхние, 6 верхние, 3. К нам посмелее. Да, смелее. Не стесняйтесь ничего. Там, где зеленый дуб на берегу. Тут легко сыграть, чтобы будет все подряд. 3. Там, где зеленый дуб на берегу. Еще раз. Там это 3. Перепрыгиваем через 1. Где это 5 верхний? Где? Зе 4 верхний. Лё это 3 верхний. Ный это 2 верхний. Дуб 1.
на 7 и 3 раза 6-6-6. Берегу. Точно по такой же схеме вы поете со словами: там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Описание, на какой слог, то же самое будет внизу под этим видео. Дальше припев. Приходите в гости к нам поскорей. Приха. Это три верхние, четыре верхние. Ходите в гости к нам. Приха. Ди. Это два верхние. Те. Вот это рядышком черненькое, приподнятое. В гость. Два верхние. Ти. Опять. Три верхние, а к нам это два, опять верхние. Видите, мы ощупываем все вокруг вот этих нот. У нас получилось. Приходите в гости к нам. Вот в эту пещеру куда-то, в таинственную нас зовут. Даже туда вот чего-то положим, угощение, чтобы не забыть. Поскорей. Это будет три верхние, четыре верхние, пять. И второй раз. Приходите в гости к нам. Опять зовут в пещеру. Приходите в гости к нам. Шесть верхние. Пять верхние. Четыре верхние. Три верхние. Два верхние. Черненькая слева от двойки. И опять... будет. Кот тоже имеет отношение к этой пещере. Он будет 2-3. Два верхние, три верхние. Кот. Про. Два верхние, три верхние. Спасибо, что и меня упомянули. Все расскажет вам. И мы сейчас с вами, чтобы это спеть, ощупываем один верхнее. Один верхнее. Налево 7, один верхнее, направо 2 верхние и опять один верхний. Потому что видел все сам. Потому что он 7, один верхний. Два верхние, два верхние, два верхние. Видите, мелодия все время стремится туда, куда-то в эту пещеру. Потому что он видел все сам. Тут уже около от пещеры уже другую стенку трогаем, а два справа черненькую. Видел все сам. Три верхние. Видел, видел, все. Вот лежу и смотрю, как вы тут играете. Напишите, пожалуйста, под видео, как вы сыграли. Конечно, поставьте лайк, кому действительно нравится. Ах, как тихо и темно. Ах, как, ах, как. Три верхние, четыре верхние. Тихо. И темно. Мы своими лапами, ну, не кошачьими лапами, а своими пальчиками ощупываем черненькую вторую. Ти. Хо. Два верхние. И черненькая. Три верхние. Темно опять. Два верхние, вот это черненькая. Ах, как чудно и чудно. Ах, как чудно и чудно. Третий раз.
Ах, как! Два, три верхние. Ах, как чудно и чудно. Это мы ощупываем первую нотку. Подвинь лапку-то. Первую верхнюю. Один верхний, семь. Один верхний, два верхние, один верхний. Ах, как страшно и смешно! Ах, как! Это будет три верхние и шесть верхние. А чтобы сыграть страшно, мы вот где три черненькие должны вот эту потрогать. Нотку, которая запряталась между двумя черненькими. Вот эту третью будет. Страшно. Это шесть верхние и посерединке черненькая. И смешно. Шесть верхние, семь верхние, шесть. И смешно. Зато в конце все будет хорошо. Чтобы сыграть зато, мы семь верхние, так и вот один еще с двумя палочками играем. Один самый верхний. За то. Чтобы сыграть в конце, мы опять трогаем. Вот эту спрятанную между двумя черненькими. В конце. Ой, что ты не дуй так мой хвост не трогайте. Я сейчас от вас уйду. Да и кот стал тихо пробираться. Думаю, вот сейчас к хвосту надо доберутся. Сейчас как сигану и все, тут вот смотрите. Раз, два, взять и все. Теперь поймаете. Ничего. Вот так и все. Сами тут доигрываете. Что-то до моего хвоста добрались. Я что? А мы играем в конце шесть верхние и вот это среднее. В конце. И вот это черненькое, это вообще считается волшебная нота. Извините, ошибочка вышла. Чтобы сыграть в конце, уж не эту мы один раз трогали, теперь другую надо потрогать. Чё одну и ту же трогать? Чтобы сыграть в конце, будет шесть и вот черненькое около четверочки. Слушайте, в конце. Ну, еще раз хочется потрогать вот эту вот средненькую. И мы будем играть. Все будет. То есть мы ощупываем шестерку верхнюю. Шесть верхняя, вот это средняя. Семь. Все будет. Ощупали и туда в глубину три раза. Бум-бум-бум. Хорошо. Да, играли. Хорошо. Зато в конце все будет хорошо. Благодарим за то, что вы посмотрели это видео. Благодарим за то, что вы любите пианино, новогодние песни. Приглашаю подписаться на наш канал, поставить лайк, кому понравилось. А с вами был ваш настоящий...